Итак, мы начинаем. Священник 3 года растлевал девочку. Началось все, когда ей было 12 лет. 33-летний отец Евгений даже оборудовал специальную комнату в кочегарке для свиданий со школьницей. Он попросил ее приходить по ночам в то время, когда его жена была наверху дома. При этом сама девочка утверждает, что сначала не отвечала на действия, на ухаживание священника. Целый год. Так получилось просто, я не помню из-за чего, но вроде то ли стеснялась, то ли что. Целый год он из меня чувствовал, как-то так, потому что он как бы меня целовал, обнимал, а это было безответно как бы. Угу. Вот. То есть ты ничего взаимного не принял? Да. Угу. Вот, потом мы много ссорились из-за этого, потом как бы он начал уже силой вытаскивать из меня. То есть сказал, если ты в следующий раз придешь и ничего не будешь делать, то можешь вообще не приходить. Ну, как-то так было. Я просто не помню, что он точно сказал. Ну и все, и тогда я уже начала как бы сама приобнимать, там, как бы, ну, целовать я его долго тоже не могла. А началось все еще раньше, когда девочке было всего 10 лет, и она пела в хоре. В то время священник начал оказывать ей внимание. Он сблизился с семьей и не упускал случая увидеться с ребенком. Сначала он ее спросил, когда ты меня заметила, ну, что обратила на меня внимание, как на мужчину, что. А она у него спрашивает, а ты когда меня заметил? И он ей сказал, а помнишь, говорит, мы к Петровичу как-то ходили, и у тебя, говорит, платьишко было такое, с разрезом платьишко было. Ну, а что, ну, сколько ей там было? 12 лет еще тогда было. Как раз, наверное, должно исполнилось было. Они летом ходили, козочек смотрели. Где-то у нас даже фотографии есть, Делина с козочкой сидит там. И, говорит, я увидел твою грудь. Она тогда еще, ну, представьте, маленькая девочка, только вот. И, говорит, после этого я понял, что ты будешь моя. Вот с этого все и началось. Когда девочке исполнилось 12, у них уже отношения начались. Школьница решила рассказать обо всем только спустя 3 года старшей сестре, а она уже поделилась этим с матерью. Сейчас отца Евгения обвиняют в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет. Священника отстранили от службы в храме. Томская епархия создала специальную комиссию церковного суда, чтобы провести собственное расследование по этому делу. И, конечно, желательно...